Вопрос об исполнении бюджета муниципального образования город Десногорск за 2018 год был вынесен на голосование и принят большинством голосов. Далее депутаты рассмотрели изменения, касающиеся налога на имущество физических лиц. В частности, поступило предложение из Смоленской области уравнять налоговую ставку для юридических и физических лиц до 0,8%. Перед присутствующими с подробным докладом выступила начальник финансового управления. По сравнению с инвентаризационной стоимостью, сумма налога увеличивается. Естественно, она увеличивается и при исчислении как 2%, так и 0,8%. То есть бюджет ничего не потеряет по отношению к текущему году. Утвердили депутаты и внесение изменений в порядок передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности города. В порядок этого процесса добавили несколько пунктов. Оставить арендную плату минимальной и разрешить сдачу в аренду помещения, нуждающиеся в капитальном ремонте. Вопрос принят единогласно. Следующими на повестке дня были вопросы об утверждении ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Десногорска, и другие важные для города проекты и инициативы. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.